В среду утром в Мурманске горели производственные склады на улице Домостроительной. Видео в нашу рубрику «Мобильный репортер» прислал мурманчанин Михаил Беляевский. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 10:30 утра. Возгорание удалось быстро локализовать и потушить. По словам очевидцев, пожар начался с помещения, где располагалось пластиковое производство. В результате пожара сгорела обшивка склада, причины устанавливаются.